Всем привет! Сегодня мы все-таки достали нового героя-заклинательницу. Кто был на стриме, сидел 4 часа, те уже увидели полный тест. Для тех, у кого нет возможности, я решил записать обзор отдельный на этого героя, рассказать, что да как. Ну, ребят, сразу скажу, это не имба. Можете расслабиться, до Анубиса и до прочих героев очень далеко. Это имба такая же, как и Фрэнки. Будет тащить на начальных аккаунтах, помогать там в локациях, да, имба, не буду спорить, в топе применение только подземки. Почему? Сразу говорю минуса данного героя. Во-первых, кулдаун 9 секунд, это очень много. Во-вторых, если брать там на битву гильдий, бьет по зданиях. В-третьих, убивают, если убивают духа, герой бесполезный. Если убивают героя, дух бесполезный. Дальше, на нем можно разогнаться. Если брать на защиту битвы гильдии, ставить, вылетает дух, на нем можно свободно разгоняться. Что еще? Жизни мало. Кто смотрел, опять же, те видели, как тестировали разные таланты. Герой вообще сам по себе бесполезный. Все решает именно дух. Он там бьет, он как танк идет. Герой, ну, вообще непонятно. С таким кулдауном просто, ну, просто бесполезный. Бесполезный вообще становится. Теперь расскажу плюсы. Где можно использовать. Ну, на начальных аккаунтах там будут кричать, это имба, это имба, это имба. Единственный плюс, это для меня, допустим, как для топа, так и для многих, это подземки. Прототип Анубиса, но до Анубиса далеко. И если убивают духа, он уже не возрождается второй раз, поэтому... Тут очень спорно. Анубис в этом плане более универсален. Он воскрешается несколько раз, понижает атаку, урона намного больше. Ну, это такое. Теперь давайте конкретно герои. Почему поставил каменку? Потому что этому герою надо чем подольше выжить. Это точно так же, как и ворожей. Тестировали бог войны, не заходит бастион, не заходит ожог, даже тоже можете не ставить, там кулдаун самого умения то ли 2,2, то ли 2,5 секунды, точно не помню, не буду врать, но это тоже не подойдет. Самый топ — это будет каменная кожа, она будет побольше стоять, соответственно, больше шанс и вероятность того, что герой будет более полезен. На волнах тестировал, не понравился вообще герой. В забытой битве то же самое, не понравилось. В королевскую битву тоже смысла брать, ну, вообще никакого нету. Да во все локации, это чисто герой создан для подземок. Все. Подземки тестировали вместе с Анубисом, это вообще будет топчик. Если брать отдельно... Давайте сейчас какую-то зафармим. Давайте. Жестокая. Пусть будет 2-1. А вот герой раз в 9 секунд бьет по 4 целям. Все остальное, как бы юнитов и героев, бьет его дух, которого герой усиляет. Как видите, да, он там топчик, тащить будет, но это вот единственная локация, где ему будет применение дальше. На битве гильдии его использовать смысла нету, можно слиться на PvP режимах, если есть пятая ремка, он раз ультанет, а 9 секунд он просто будет бесполезный овощ, тоже не подходит. Ну, вот так вот, тестировали на... Седьмой кошмарки, под видосом скину стрим, кто не сможет найти, кто захочет потратить 4 часа времени, можете зайти посмотреть, посмотрите, как мы ролили, выбивали, тестировали разные вариации и поймете, почему этот герой не имба.
Давайте теперь расскажу, какие сборочки. Ну, 10-10. Однозначно только каменная кожа. Бастион смысла нету ставить. Стойкость смысла нету. Все остальное фигня. А каменная кожа — это будет самая топовая сборка на сегодня. Возможно, дальше что-то опять ведут, но вот это топ. Что по рунам? Если вы хотите, чтобы сразу дух получил баф, надо сразу ремочку ставить. Также можно поставить ошибу. Это тоже будет для него топчиком. По артефактах, ну тут при моей сборке это, естественно, медалька будет для максимального понижения входящего урона. По снаряжению топ — это будет раскаленный доспех, так как он дает 25% жизни. Все остальное ему не надо. На урон его собирать не надо, потому что этот герой не дамагер. Герой дальник, атрибуты вот я вам сейчас покажу. Атаки немного, скорость атаки небольшая, передвижение среднее, жизни 300 тысяч при такой прокачке на соточку тоже мало. По созвездиям. Созвездие надо собирать на уклонение, плюс крит удар, либо все уклонение, там плюс точность, плюс жизнь. Ну, лучше всего показывает себя уклонение. Вот это для данного героя топовая сборка. Тестировать его нету смысла ни в каких локациях, уже протестили для подземы герой. Прототип Анубиса, у кого его нету, в паре они очень офигенно дамажат, будут снимать. Возможно, это для следующих восьмых кошмарок он будет, ну, введен. Пока непонятно. Но я его прокачал специально в топ, чтобы показать, что да как. А вы дальше уже каждый сам себе найдет применение. Но для меня это прототип Фрэнки. Видите, дух убегает далеко. Ну, чистый танк. Вот вам сборочка с каменной кожей. Он не проседает, так как проседал с богом войны, там с бастом. Герою ни в коем случае не надо качать таланты на урон. Чисто дефный вариант. Это самое главное. Когда включается дух, он дает невидимость на одну секунду. Вот видите, опять пропал. Но ожог смысла ставить нету, потому что не совпадают щиты. И героя могут просто с одной плюшки слить. Он очень ватный. Ну, так вот. Этого затащили. Сейчас попробуем еще в рейдике на кого-то напасть. Ну, вот тут очень, кстати, интересно юнита выбирать. Можно использовать на атаку на битву гильдии, но тоже использовать надо очень осторожно. Стрелок не дает заряжаться, бывает. Ну, вот видите, раз ультанул. Вроде так неплохо. У меня тут, конечно, стоит еще ангел. Он дает топовый отхил. Вот юнитов на топовой базе мы слили. Дальше уже дело, скажем так, дело остальных героев. Ожидалось, конечно, чего-то более интересного от этого героя. Хотя, с другой стороны, это хорошо, что это не очередная имба. Надоело уже этих имб качать, перекачивать. Хорошо, что вышел именно такой герой. Возможно, он... Я надеюсь, в большинстве игроков он даст пользу в прохождении подземок. А так больше, в принципе, батом герои там на нем хайпить, кричать, что он имба, там проходит все. Обычный герой. Не до Анубис, там, не знаю, питомец у него есть по раздельности, они никакие. Как сказали на стриме, лучше бы дух был основным героем. Это действительно так. Он не автопрокер, дух не заряжается, он, получается, не перенимает талант заклинательности. Это было бы довольно-таки неплохо, если бы это было так. Для того, чтобы он сработал, ему надо биться, либо чтобы его били. То есть он будет работать только, когда он будет взаимодействовать с врагами. Поэтому, как бы, вот так вот, такой вот герой непонятный. Пока непонятно для чего. Ну, как бы понятно для чего выкачать с нас деньги очередные, но не знаю. Мне он как-то так
Средненько не зашел. Единственное, для подземок он будет хорош. На волнах применять смысла нету. На... Возможно, еще вариант его использовать на лаве, но опять же очень сомнительно. Потому что он не дает ни дебафа, он просто чисто наносит урон дух по целям. Ну и герой там бьет, но с таким кулдауном 9 секунд это очень много. Хотелось бы большего от этого героя, но увы, каким сделали, таким сделали. Вот такой вот мини-обзорчик краткий. Кто захочет полный обзор, посмотреть, сколько мы там проролили, как выбивали, как его прокачивали. У кого есть время, перейдете по ссылочке, посмотрите все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду дальше пилить для вас видосики информативные, чтобы вы понимали, кого надо качать, какие таланты, что кому ставить. Все, всем пока.